Отголоски войны. 176 минометных снарядов были обнаружены в лесу возле села Косилово Грайворонского района. Их нашли участники историко-поискового клуба «Огненная дуга» во время вахты памяти. Из земли снаряды извлекали уже спасатели. Предположительно, в Великую Отечественную войну здесь стояла минометная позиция. Вот. При отступлении эти снаряды были брошены. Только с начала этого года белгородскими взрывотехниками было обезврежено более 1500 снарядов времен Великой Отечественной войны. Такая же участь ждала и эту опасную находку. В тот же день ее взорвали на специальном полигоне.